это тебя и забирает. Все, что надо за 15 лет. Собирайся, одевай брата и идите с ним. Зачем? Это все, что он нажил за 15 лет. Да, прикольно, как бы, да, вроде бы как дети ее, но тем не менее собирайтесь и валите, да. Всем здорово, Саныч, на связи. А как же дети это счастье? А как же дети это цветочки жизни там и так далее, да, как бы, да, собирайтесь и у ее, в принципе, да, вместе с папой. Я буду кайфовать, он уже брасматиком себе красоту навожу, поеду к Вазгинчику на свидание, в принципе, да. Ребята, нет, я понимаю, что это все шуточки там и так далее, что она серьезно же, конечно же, такого никогда не будет, но тем не менее, да, вот она берет ребенка, да, вот, и записывает такие подобные ролики. Почему никаких к ним нету санкций за это, ребят? Вот, нет, я не слишком, там, знаете, педантичный человек, но тем не менее, когда задействуют в это уже все детей, вот, вот это все, вот, развод, там, папа вали, там, как бы, папа такой-сякой, как бы, ничего не нажил, как бы, да, и к этому всему привлекают детей. Я категорически этого против, ребят. Вот, то, что вы там развелись, как бы, это ваше личное дело, ребенок от этого вообще об этом знать ничего не должен, как бы, да, ну, вот именно лишних подробностей, как бы, да. Вот, а тут, в принципе, что, и ТикТок можно снять и на обозрение выложить, как бы, там, на всю страну, как бы, там, да, на весь мир, да, похрену, в принципе, да, там, и папа козел, и ты мне не очень нужна, там, деточка, как бы, да, а я самая такая д'Артаньянша здесь, да. Ну, как-то так, ребята, печально это все, печально.